именно он сделал передачу. Да, посмотри, как удачно сыграл именно Набросов. Он на скорости ворвался в штрафную. На скорости. Очень трудно противостоять защитникам, если влетает такой игрок. Это надо на опережение успеть. Ну, посмотри, он пробрасывает вправо и шикарно влево, уже влево от вратаря забивает. Ну, всегда говорят, то есть футбол – это скорость. Обыгрывать нужно на скорости. На стоящем месте, стоя, обыгрывают.